ефірі програма «Тема дня» на ЮА Крим, в студії Георгій Спасенковський. Добрий вечір. В Росії висунули остаточне звинувачення 18 з 24 українських військовополонених моряків. Слідство ФСБ Росії в Москві висуває звинувачення в остаточній редакції захопленим морякам по частині 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії «Незаконне перетин державного кордону Росії». Коли всім морякам висунуть звинувачення та які подальші дії їх адвокатів, будемо дізнаватись нашого гостя Миколи Полозова, координатора групи адвокатів українських військовополонених моряків. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, що означає це остаточне висування слідством звинувачення? Ну, это прежде всего означает, что та стадия следствия, которая предусматривает сбор и процессуальное закрепление доказательств, фактически завершена. Но я хочу немного поправить по состоянию вот на текущий час. Уже 21 военнопленному моряку, соответственно, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Мы ожидаем, что по графику следственных действий еще двум будет предъявлено завтра в пятницу. И последнему, это будет Андрей Артеменко, во вторник, на следующей неделе. Таким образом, следствие завершило активную фазу предварительного расследования. Мы переходим к следующей стадии постепенно. Это стадия ознакомления с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК России. Соответственно, мы ожидаем, что после суда по продлению меры пресечения, которая ожидается ориентировочно 16-18 июля в Лефортовском районном суде, вот с конца июля начнется ознакомление с материалами дела. Само ознакомление, ну, на мой взгляд, не меньше 2-3 месяцев займет, потому что материалы уголовного дела, они в одном экземпляре. Соответственно, все 24 моряка и все их адвокаты должны эти материалы прочитать. Як цікаво. Да, а. Поэтому, ну, чисто логистически это займет какое-то время. І наступний, це вже почнуться судові слухання, ну ще важко сказати, коли. Ну, раніше, ніж всі ознайомляться з матеріалами діла, діло не буде передано в суд. Тобто, після цього слідство має составити обвинительне заключення, розглянути ходатайство защиты і вже потім передавати діло для утвердження прокурору і потім в суд. Тобто, якщо все буде йти в той же динаміці, як йшло до того, я хочу відмітити, що слідство, ну, достатньо ударними темпами працювало, то, по всей видимости, дело может быть передано в суд, скорее всего, во второй половине осени, ближе к зиме. Скажите, вы сказали, что следствие працювало в ударном темпе, да, отримали разнарядку, працюють в ударном темпе. Значит, есть какой-то план, когда довести справу там, до чего? До суду, например. Да? Для чего настолько прискорюється процесс? Ну, прежде всего, по всей видимости, российские власти хотели успеть передать дело в суд до того, как необходимо будет представить отчет Международному трибуналу ООН. Это сделать не удалось в силу того, что дело сложное из-за количества фигурантов. То есть, если бы это был один обвиняемый, два, три, ну, может быть, все было в разы быстрее. Но даже простое следственное действие, например, ознакомление с обвинением, занимает у следствия порядка 2,5 недель для того, чтобы всех военнопленных ознакомить и их адвокатов. То есть из-за количества сроки сильно увеличиваются. Що це змінює на даному етапі в контексті? Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права, його припис негайно випустити моряків, повернути кораблі. Тим не менш, воно на даний момент не виконано, да, Росією. І що буде змінюватись, да, от в такій суто практичному моменті можливості звільнення якимось чином українських моряків, якщо, наприклад, там будуть винесені якісь уже, наприклад, вироки по їх справі і так далі. Що це? Ну, я можу сказати так, що російські власті направили ноту 25 июня в МЗС України і в Міжнародний трибунал ООН. В цій ноті вони указали, що при наличии письменних гарантій вони готові освободити із-під стражі захвачених моряків і передати, соответственно, Україні кораблі. Це гарантія, так розумію, що Україна буде їх кримінально переслідувати? Да? Не зовсім так. Діло в тому, що коли Міжнародний трибунал виносив свій приказ, в 119 пункті він вказав, що трибунал не вважає для себе можливим обов'язувати Росію прекратити уголовне діло або запрещати визбуждати нові діла, зв'язані з цим інцидентом.
Таким образом, вынося в результативной части обязательства для двух стран, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию вернуть моряков, вернуть корабли и обязал Россию и Украину воздерживаться от каких-либо действий, которые могут усугубить этот спор. Таким образом, несмотря на достаточно жесткую риторику российских властей относительно непризнания юрисдикции трибунала, де-факто российские власти выполняли все необходимые процедурные действия, которые признают юрисдикцию трибунала. То есть до вынесения приказа они направили соответствующую правовую позицию в меморандуме, затем они принимали участие в процедуре арбитража в Гааге, и, соответственно, в срок, точно установленный трибуналом, то есть 25 июня, они направили соответствующую ноту, в том числе в трибунал. Это указывает на то, что и прецедент сделал Arctic Sunrise, где Россия была также участником этого дела и выполнила решение трибунала, что, по всей видимости, российские власти видят для себя возможность выполнить решение трибунала. Но здесь вопрос относительно дальнейшего участия в уголовном деле в России моряков. Дело в том, что по российскому законодательству необходимо, конечно же, какое-либо письменное заявление, если человека отпускают из-под стражи. Это может быть обязательство явки, это может быть еще что-то. При этом обеспечение участия моряков не обязательно физически. То есть после того, как их вернут в Украину, для продолжения участия в российском уголовном деле нет необходимости их куда-то выдавать, по перевозить. Скайпу, например. Да, да, как это было, например, в деле Януковича. И, соответственно, даже если, скажем так, суд российский вынесет какой-то приговор, да, но мы видим, что Янукович не сидит, да, поэтому, на мой взгляд, в приоритете, конечно же, должны быть вопросы именно физического возвращения моряков домой, и дальше уже необходимо будет хорошо думать, каким образом обеспечить те гарантии, чтобы это не нанесло угрозы інтересам України. Ну, от тут я хочу тоді з цього приводу повернутися до пікіровки міністра закордонних справ Клімкіна і президента України Зеленського, коли Клімкін у відповідь на такі вимоги Росії надіслав від Міністерства закордонних справ ноту, що ну, такий формат неприйнятний для України. В свою чергу президент України Зеленський розкритикував Клімкіна і відправив його в таку, як Клімкін це назвав, політичну відпустку. Ваша точка зору як адвоката, для якого важливі ну, реальне вирішення справи, да, в інтересах українських моряків. Ну, не знаю, хто правий, хто не правий, да, ну, давайте спробуємо розглянути, як оці ноти могли вплинути, да, на практичні перебіги. Ну, я можу сказати так, що, наверное, вперше за 5 років з початку окупації Криму, з початку війни, російські власті дозволили собі еще раз приоткрыть захлопнувшуюся дверь. Потому что через два дня после ответа МЗС заместитель министра иностранных дел России Карасин заявил о том, что российские власти все еще ожидают от Украины ответа на первоначальную ноту. Я за 5 лет не припомню такого, чтобы российские власти возвращались к вопросу после того, как они получили достаточно жесткий ответ. То есть это как минимум указывает на заинтересованность российских властей по каким-либо причинам. Здесь можно как бы какие-то конспирологические версии приводить, почему так, но, по всей видимости, они заинтересованы в том, чтобы выполнить решение трибунала и фактически вернуть моряков и корабли в Украину. Что касается конфликта Зеленского с Клімкіним, ну, наверное, это больше специализация политологов. Я считаю, что, конечно же, вне зависимости от того, какую должность занимает человек, вне зависимости от политической ориентированности, вне зависимости от предстоящих выборов, вопрос человеческого измерения, вопрос возвращения заложников, военнопленных, политзаключенных должен быть в приоритете у каждого, у любой политической партии, у любого политика или должностного лица. И когда происходят какие-либо конфликты внутри украинской власти, на мой взгляд, это не приближает вопрос освобождения и возвращения домой граждан Украины. Як адвокат, як ви вважаєте, як краще зробити для того, щоб українських моряків все-таки випустили? Погодитись на пропозиції Росії? Ну, я вважаю, що, опять-таки, якщо буде формуватися якийсь новий відповідь українськими властями,
то, конечно, нужно привлечь к составлению этого ответа максимальное количество грамотных юристов, дипломатов, которые смогут, во-первых, обеспечить условия возвращения, то есть, возможно, дать какие-то гарантии, но при этом не поступиться суверенитетом Украины, не поступиться какими-то принципами и национальной безопасностью. Оставить поле для маневра после физического возвращения моряков, потому что вопрос их дальнейшего участия – это будет второй вопрос. Первый вопрос – это вернуть людей. С каким, до речи, загрожей еще предбачается статья 322? Эта статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Эта статья относится к категории тяжких преступлений. Вместе с тем, по российскому законодательству, до того, как дело будет передано в суд, следователь, с согласия руководителя следственного органа, может изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Мало того, он может отпустить даже под обязательство о явке. Обязательство о явке – это такая форма процессуального принуждения, которая, ну, прямо скажем, неисполнение которой не влечет юридических последствий. Таким образом, фактически в ноте МИД России была предложена некая схема в реализации той схемы, которая была предложена трибуналом. Тобто такий формат виходить, що їх відпускають, наприклад, да, як варіант слідчий там, під зобов'язання, особисте зобов'язання, вони їдуть в Україну, він їх викликає там повісткою, а вони скажуть, ну, вибачте, ми захворіли, будемо, наприклад, по скайпу з вами. Либо так, либо, поскольку у України і Російської Федерації существує соглашення об оказании правової допомоги, вот, соответственно, российские власти могут направить каких-то своих специалистов, чтобы здесь, на территории Украины, провести интервьюирование, взять необходимые показания. А в конце концов, можно обеспечить тем же видеоконференцией участие моряков. Плюс еще есть один немаловажный момент. На саммите G20 после встречи с Трампом президент России Путин заявил о том, что моряки выполняли приказ. Да, они нарушили закон, но они выполняли приказ. С точки зрения российского уголовного закона, это часть 1 статьи 42 Уголовного кодекса, выполнение приказа не влечет ответственности для тех, кто его выполнял, если этот приказ повлек за собой какие-то нарушения охраняемых законом интересов. Несет ответственность тот, кто отдал приказ, если он, допустим, не был заведомо незаконным. Таким образом, в принципе, это дело можно свести, освободив этих моряков вообще из-под уголовной ответственности. Вариант. Але ж, вы бачите, им высувают, следство высувает звинувачення саме по статті перетин, незаконний перетин кордону, а не виконання там... А дело в том, что выполнение приказа, оно, ну, скажем так, освобождает их от уголовной ответственности по статье 322. То есть, если будет установлено, что они получили приказ идти на Бердянск, но при этом по пути каким-то образом нарушили российские законы, ну, фактически их нельзя привлекать к уголовной ответственности, это должен нести ответственность тот командир, который отдавал такой приказ. Где этот командир? В России, в Лефортово? Нет, конечно. Соответственно, вопрос их освобождения, он обусловлен, ну, такой определенной юридической эквилибристикой. При грамотном подходе можно, ну, выйти на приемлемые условия, которые позволят и вернуть моряков, и в то же время не нарушать приказ международного трибунала. То есть вы считаете, что Россия все-таки склонна отпустить? Если бы у них не было такого намерения, то после ответа МЗС на российскую ноту вряд ли были бы заявления, что они готовы выслушать еще раз. Ну, зараз я хочу, щоб поговорити, що змусило, да, які мотиви у росіян там дати тут, скажімо так, слабину, да, для своїх там виборців, скажімо так, і так далі, там Путіна, наприклад, чи не буде це розцінено як слабкість, ну, значить, щось запропонували навзаєм. Ну, але хочу навести пряму мову президента Володимира Зеленського, який був вчора в Канаді, в українській школі в Канаді, до нього йому українські діти, канадійці подарували такий лист великий для українських моряків, ну, і він прокоментував, власне, що треба їх все-таки відпустити. Давайте послухаємо. Президент Зеленський, чи може міжнародна спільнота допомогти звільнити моряків? Так, ми про це говоримо. Я думаю, що найголовніше – це санкційна політика проти того, що Російська Федерація, ви знаєте, що не виконує рішення міжнародного трибуналу. Я думаю, що, але ми бачимо з вами, що цього замало, тому і ми сьогодні обговорили, і я ще буду обговорювати це питання з паном прем'єр-міністром Трюдо. І ми
як Україна, як держава, як Канада, як друг України, дуже великий друг, будемо робити все заради того, щоб хлопці найшвидшим шляхом повернулись додому. Чи ви бачите, що в Росії є бажання це зробити? Дивіться, я дуже хочу вірити, що в Росії дуже багато людей, простих людей, які розуміють, що так не можна, і що наші хлопці повинні повернутися додому. І я думаю, що ми повинні тиснути, як ми можемо, і, напевне, я дуже вірю, що, напевно, у Росії з'явиться таке бажання. Ну, що ж, давайте тепер поговоримо, як у Росії може з'явитися таке бажання, або воно вже, наприклад, з'явилось. Росія повернулася в парламентську асамблею Ради Європи. Дуже неоднозначно в Великій Британії сприйнятий був цей крок і так далі. Ну, тим не менш, Німеччина хоче «Північний потік-2», Франція хоче покращити стосунки з Росією, можливо, і санкції зняти для того, щоб мати торгівлю там з Росією і так далі. Великий ринок. Тим не менш проголосували. Чи могла бути така історія, що, наприклад, погоджується повернути Росію в парламентську асамблею Ради Європи, з іншого боку, Росія вже з доброї волі повертає українських моряків? Ну, опять-таки, это из разряда конспирологии, потому что в подобных переговорах лично я не участвовал. А просто, бачите, тут Россия заходит в парламентскую ассамблею, повертается Рада Европы, з іншого боку, тут же якісь ідуть ну, моряки пока да, еще в Лефортово, пока они еще в Лефортово. Кроме того, ну, попытки российской делегации вернуться, они же были не только в этот раз. Это было и полгода назад, и год, и полтора года назад. И когда я в январе был в парламентской ассамблее, когда принималась резолюция по освобождению моряков, полным-полно было российских эмиссаров, которые ходили и буквально вручную обрабатывали каждого делегата. Да, такое может быть, но свидетельств этому нет никаких, вот, кроме каких-то умозрительных конструкций. Дело в том, что после того, как Международный трибунал вынес такой приказ, в принципе, обязательства у России, они продолжают оставаться незакрытыми. То есть Россия до сих пор не выполнила это решение. И ну, если бы шла речь о, скажем так, возвращении в ПАСЭ в обмен на моряков, то, по всей видимости, моряки, наверное, в тот же день уже как-то были освобождены. Ну, может, Климкин своей нотой, например, зипсував такой ну, расклад? Мне сложно сказать, насколько нота Павла Климкина повлияла на это. Если бы это было, допустим, совсем критично, наверное, тогда зам Лаврова Карасин не стал бы говорить, что давайте еще раз попробуем. То есть... Но, с іншого боку, другої ноти, наприклад, зараз Олена Зеркаль виконує обов'язки міністра закордонних справ, там другої ноти, що ну, давайте ми погоджуємось на це, наприклад, нема, бо, скажімо так, якийсь міг би бути якась заява в цьому ключі, наприклад, президента Зеленського. Ну, я очень надеюсь на то, что все-таки в настоящее время ведется работа над подготовкой ноты, потому что в любом случае сейчас мяч на стороне Украины, да, Россия предложила какие-то условия, и в данном случае, конечно же, стратегически выгодно, если бы мяч был на стороне России, если бы Украина предложила, да, давайте, мы готовы забрать моряков, но что-то вот не срастается на той стороне. Да? Поэтому я думаю, что дипломаты работают в настоящее время, может быть, мы услышим в ближайшие дни об этом. В любом случае, я могу сказать так, что все наши моряки, которые находятся в Лефортово, естественно, они следят за этой обстановкой. Естественно, наши адвокаты, встречаясь с ними, вот в эти дни с ними с консулы встречаются, доводят до их сведений, что происходит. У них есть там в камерах, в телевизорах российские каналы, где вот из тон пропаганды можно какие-то крупицы информации доставать. И, конечно, они надеются, что политики смогут найти приемлемые варианты, которые позволят их вернуть максимально быстро домой. Ну і, власне, як політики знаходять ці варіанти? Коли створювалась ця група адвокатів, які захищають українських моряків, ну, а, власне, до того і інші справи українських політв'язнів в Росії, як відбувається координація? Ну, я так розумію, що має бути координація зусиль там, українського зовнішньополітичного відомства, там Офісу президента, адміністрації президента, для того, щоб там, на міжнародному рівні порушуватися, там, щоб Україна офіційно подавала в морський трибунал і так далі. Як відбувалася координація? Я можу сказати так, що з самого початку у нас була вироблена така схема, що точкою входу для нас в
те органы украинской власти, с которыми нам необходимо взаимодействовать, а это и Министерство юстиции, и Министерство обороны, и МЗС, и Минтот, и ряд других ведомств, осуществляется через офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Этот рабочий инструмент у нас остается до сих пор. Вот. Буквально вчера я с ней встречался, мы проводили рабочие совещания относительно координации наших действий. Поэтому я могу сказать, что все органы государственной власти находятся в координированной работе с нами. Ту документацию по тем запросам, которые направляю мы, нам предоставляют в срок все необходимое. И каких-то существенных нареканий по именно той работе, которая ведется здесь, на украинской стороне, у нас нету никаких. Питання таке, з попереднім президентом, наскільки я розумію, ви зустрічались, да, по питанню захисту українських моряків, інших політв'язнів, а з Володимиром Зеленським вже відбулась зустріч для того, щоб якось... Ну, я можу сказати так, що з президентом Порошенко по темі українських моряків ми не зустрічались, і останні зустрічі касалися освобождення Ахтема Чайгоза і Ільми Умєрова, це було майже 2 роки назад. Що касається президента Зеленського, то... Он встречался с родственниками военнопленных моряков. Лично для меня было важно, чтобы вопрос освобождения военнопленных был в приоритете у новой политической команды, у команды Зеленского. И после встречи с родственниками у меня есть ощущение, что этот вопрос находится у них в приоритете. Что касается моей личной встречи, но есть только как познакомиться с ним, я думаю, что для этого, может быть, будет более подходящее время, учитывая, что здесь... выборы на носу, что ему необходимо, значит, работать, в том числе с западными партнерами, много ездить. Поэтому, ну, скажем так, тот факт, что я с ним не встретился, не означает, что президент Зеленский не интересуется проблемой моряков. Проблема моряков находится на высшем уровне, и на саммите G20, о чем после встречи с Трампом заявил президент Путин, Трамп эту тему поставил в приоритет. Ну, выше уровень принятия решений не существует. Поэтому я надеюсь, что все-таки та стратегия, которую мы с самого начала разрабатывали, то есть создание необходимых условий для принятия позитивного политического решения об освобождении, она в конечном счете реализуется. Ну, я думаю, що тут, враховуючи, да, там, позицію Німеччини і Франції при поверненні Росії в парламентську асамблею Ради Європи, сильно покладатись на Францію і Німеччину, мабуть, не варто в цій справі, хоча все-таки треба до них теж апелювати. Але США, як країна, яка, в принципі, ну, якщо США не потрібен, Північний потік-2, наприклад, да, США, звичайно, тут більш, ну, і авторитетна, і серйозна країна в цьому питанні. Ну, от зустрілись, да? Хоча, от, до речі, там же ж на саміті G20 Путін зустрічався і з прем'єр-міністром Нідерландів. Ну, як сказав Пісков, це все було так, швидко-швидко на ногах, але там ключова теза, що Росія навряд чи визнає, там, наприклад, там, якісь міжнародні розслідування по малайзійському Боїнгу, ну, в такому ключі. Тобто, в принципі, ну, можливо, Трамп поставив собі в пріоритет питання українських моряків, але... Ну, раз об этом заявил Путин, по всей видимости, разговор об этом был. И дважды он ответил на этот вопрос. Мы просто не знаем результата, да, что журналисты домовились. Я могу сказать так, что раз эта тема обсуждается, значит, это уже дает надежду на то, что реализация их освобождения гораздо ближе, чем это было до решения трибунала, чем это было до их встречи с Трампом. И я все-таки надеюсь, что те сигналы, которые подает Москва, они свидетельствуют именно о намерении тем или иным способом выполнить решение трибунала. Вот. Мне бы очень хотелось в это верить, но я могу сказать так, что даже если это не так, то, конечно же, и наша команда адвокатов, и сами моряки готовы в том числе к негативному развитию событий. Мы готовы и к предстоящему суду, и в любом случае мы будем бороться до полного освобождения каждого из 24 военнопленных моряков. Скажіть, а знову ж таки, повертаючись до такого формулювання, що від статті за незаконний перетин кордону може, скажімо,
врятувати історію, що вони виконували наказ. Да? Ви вже робили як адвокати якісь там апеляції з цього приводу там, щодо перекваліфікування справи? Значить, поскольку наша общая позиція на текущий момент заключається в тому, що ми опираємося на норми міжнародного права, в тому числі на третю Женевскую конвенцію об обращении с военнопленными и на решение Международного трибунала, поскольку мы до сих пор не знаем, какие есть сведения у следствия, то есть нам надо сначала ознакомиться с материалами уголовного дела, естественно, моряки не дают никаких показаний, кроме того, что они являются военнопленными. Если дойдет дело до суда, то именно на суде будет развернутая позиция. Почему? Если бы мы начали это делать в ходе предварительного следствия, шансы на то, что следователь вдруг услышал нас и прекратил дело, они минимальны. А шансы на то, что они увидят нашу позицию, подготовятся, и уже на суде мы не сможем в полной мере представить нашу позицию, уже будут готовые контраргументы, это шансы очень высокие. Поэтому здесь, исходя из тактических соображений, естественно, ми подобні речі зарані не заявляємо. Не будемо, да, розкривати. Тим не менш, питання в тому, чи визнає російське слідство їх військовополоненими. Тому що ви, ну, відповідні звернення робили. Ні, ну, з точки зрення російського слідства, вони являються обвиняємими по уголовному ділу. Вот. Они не охвачены гарантиями Третьей Женевской конвенции, и Россия, конечно же, не признает их в качестве военнопленных. Поэтому в данном случае, несмотря на то, что мы приобщали все международные документы, которые касаются моряков, это и резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы 2259 январская, и доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека мартовский, где моряки признаны военнопленными, и, соответственно, приказ трибунала, и последняя резолюция Парламентской ассамблеи 25 июня, где фактически первым пунктом идет вопрос освобождения моряков. Все эти документы были нами в установленном порядке получены, переведены на русский язык, заверены и переданы следствию. То есть вся необходимая доказательственная база, которая определяет международный статус военнопленных, в том числе приказ трибунала, у российского следствия есть. То есть дело остается фактически за принятием политического решения. Як ви думаєте, які фактори більше тут грають щодо того, щоб Кремль все-таки відпустив українських моряків? Це, наприклад, відповідальність за невиконання рішення трибуналу з морського права або якісь інші фактори, да, там, можливо, там, політичні, там, якийсь тиск з боку США, або там, знову ж таки, варіанти з поверненням парламентської асамблеї Ради Європи. Що тут більше? Я думаю, здесь такой комплексный подход. То есть в России понимают, что с одной стороны надо выполнять решение трибунала, поскольку, несмотря на то, что невыполнение решения трибунала не влечет от самого трибунала каких-то санкций, это может быть основой для дальнейшего политического и экономического давления на Россию. Например? Но, например, это может быть запрет на посещение определенных портов российскими кораблями, на проход через проливы, которые контролируются другими государствами. Это может быть фактически запрет на производство каких-либо изыскательских строительных работ в территориальных водах тех или иных государств. И здесь может речь зайти о «Северном потоке-2», который частично проходит через территориальные воды некоторых стран. Я думаю, что, учитывая возможные экономические издержки от подобных действий, российские власти все-таки просчитывают это и, по всей видимости, готовы выполнить решение трибунала. Может быть, это сопряжено с какими-то международными договоренностями, тайными или нетайными, руководства России с руководством иных стран. Но для нас в данной ситуации, конечно же, ключевым вопросом является именно возвращение моряков. И я уверен, что Украина, украинские дипломаты смогут найти такие слова и выразить их в ноте, которые позволят, с одной стороны, вернуть моряков, с другой стороны, не позволят нанести урон национальным интересам Украины. Дякую. Сподіваюсь, так и будет. Дякую нашому гостю. Наш випуск завершено. Далі новини кримсько-татарської з Євгенією Опекуновою. На цьому я з вами прощаюсь. В студії працював Георгій Спас-Покоцький. Щоб знати більше, завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці. Всього найкращого.